Есть специальный лототрон. Я просто сейчас направлю видеокамеру на экран монитора. Значит, вот так сделаю. И сейчас мы с вами будем смотреть, кто же у нас станет счастливым обладателем наших призов. Я сейчас попрошу мне помочь. Наташа Лукьяненко, ты у меня очень такая, как сказать, легка на подъем. Поэтому я тебя сейчас прошу взять ручку и бумагу, если ты еще до сих пор не взяла. И все фамилии и имена, которые будут здесь озвучены при розыгрыше лотереи, я прошу тебя записать, потому что у меня уборки заняты, и я не смогу сейчас полноценно это сделать. Ну и сейчас первый набор, который мы разыгрываем, это туалетная вода и тушь для ресниц. Так, сейчас вы видите экран моего компьютера. Я сейчас включу программу, которая называется «Лотерея». Так. У меня уже занесены туда все участники, которые прислали нам. Так, победитель нам пока еще неизвестен. Так, поставьте плюсики. Видите ли вы экран? Потому что у меня один компьютер, я второй не включила. В принципе, вы должны видеть, да? Итак, сейчас я нажимаю старт, и мы запишем с вами первого победителя, кто выигрывает набор под номером 1. Итак, все 49 участников занесены у нас в специальный лототрон. И сейчас я нажимаю кнопку «Стоп». И первый набор у нас получает Татьяна Карагичева. Татьяна Карагичева. Есть ли Татьяна среди наших гостей? Так, есть ли Татьяна среди наших гостей? Так, Татьяны нет, значит, с Татьяной будем связываться позже. Так, следующий, набор номер два. Это коктейль Natural Balance и плюс крем для рук. Набор очень хороший. Сейчас посмотрим, кто его получит, этот набор. Итак, я нажимаю снова кнопку «Стоп». Так, Даша Ермолаева. Итак, Даша Ермолаева. Итак, записали. Набор номер три. Это 4 разных мыла и гель для душа. Гель для душа. Итак, сейчас посмотрим, кого осчастливим мы этим набором. Так, нажимаю «Стоп». Нина Слезина. Итак, это Нина Слезина, набор номер 3. Так, дальше набор номер 4. Mo by Demi. Он состоит из геля для душа и лака для волос. Так, у нас в чате принято поздравлять, восклицательные знаки, это аплодисменты. Наталья, спасибо, что вы поддерживаете. Итак, набор номер 4 у нас получает. Набор номер 4 у нас получает. Так, Инна Шестакова. Итак, набор номер 4, Инна Шестакова. Итак, набор номер 5, следующий набор. Набор номер 5, это туалетная вода мини и крем для век Optimals. Итак, кто же у нас получит этот набор? Сейчас мы узнаем. Итак, нажимаю «Стоп». Нарицина Александра. Итак, Нарицина Александра набор номер 5 получает. Так, дальше следующий набор. Набор номер 6. Туалетная вода и маска «Экологен 3D». Очень хороший тоже набор. Так, сейчас узнаем, кто его получит.
Так, нажимаем кнопку «Стоп». Так, Докшина Виктория. Докшина Виктория. Итак, набор номер 7. Набор номер 7. Средства по уходу за лицом для очищения и туалетная вода Miss O. Так, кто получает набор номер 7? Так. Нажимаем стоп. Наталья. К сожалению, мы не знаем фамилии этого человека. Поэтому мы вынуждены переиграть, и так как у нас условия были, нужно было указать имя, фамилию и вписать свой электронный адрес обязательно. То есть мы не знаем, что это за Наталья, мы не можем записать. Ну, я сказала, что я внесла всех в базу данных. Так, ну вот сейчас переигрываем. В следующий раз, пожалуйста, вносите свое имя и фамилию полностью. Итак, нажимаем стоп. Галина Туробова. Итак, Галина Туробова получит у нас набор номер 7. Так, и последний набор номер 8. Это крем, молоко и мед и туалетная вода Сенсория. Так, у нас получит, сейчас посмотрим, кто последний счастливчик. Так, последний счастливчик, это у нас будет, стоп, нажимаю, Крылова Елена. Крылова Елена. Ну что ж, мы разыграли все 8 наборов. Теперь осталось узнать, как их получить. Значит, я еще раз повторяю, что акция была у нас не для тех, кто зарегистрирован в компании Oriflame, потому что не было озвучено о том, что эта акция проводится для консультантов. Значит, все наборы, победителям будет информация сообщена в рассылке в информационной. Я думаю, Наташа, наверное, все записала, все фамилии уже. И каким образом вы можете получить наборы, если вы проживаете в другом городе? У нас есть сайт, называется «Мастерская роста Натальи Невзоровой». Вам в рассылке будет прислана информация со ссылочкой на этот сайт. Вы туда заходите, оформляете дисконтную карту, и мы вам набиваем наборы на ваш город, и вы получаете их в ближайшем офисе компании Oriflame. Если вы что-то захотите еще дозаказать, то вы можете просмотреть каталог и получить заказы вместе со своими подарочными наборами. Еще раз повторяю, что наборы будут высылаться абсолютно бесплатно, то есть за них ничего платить не надо. Кто живет в городе Котласе и близлежащих районах, тот, кто может добраться до нас, вы можете получить эти наборы в офисе по адресу город Котлас, Луначарского, 10, или позвонив по телефону, который будет указан вам в рассылке, телефон офиса 27080 или лично мне. Мы поздравляем победителей, тех 8 человек, которые выиграли эти наборы, и желаем им дальше принимать участие в наших акциях, для того, чтобы вы могли узнать и новости компании Oriflame, и возможности компании Oriflame. Ну, а сейчас я пока не...